Дорогие друзья, сериалу Diablo исполнилось 20 лет. Мало какая игровая франшиза может похвастаться таким долголетием и при этом активной аудиторией. Вот, если только не вспоминать Nintendo, конечно. В 1997 году я лично был шокирован, увидев игровой процесс из первого Diablo. Было это в январе в торговом центре на мониторе у лотка с пиратскими дисками. Игра представляла собой квинтэссенцию ролевого жанра. Долгая прокачка, запутанные лабиринты, огромное количество брони и оружия, безостановочные сражения, сложные боссы и фактически бесконечный игровой процесс. Единожды спустившись на 16 уровней вниз в ад, ты проделывал этот маршрут снова и снова, и снова, с большим интересом, в одиночку или в компании с другом, чтобы в который раз убить несчастного дьявола, вырвать багровый камень души из его головы и вогнать в себе в лоб. Так говорится, новый владыка ужаса готов, кто на новенького? Diablo 2, вышедший в 2000 году, продолжил историю оригинала. Там мы встречаемся со всеми тремя героями первой части и убиваем их. Воин становится темным странником и освобождает воплощение зла, разбойница превращается в демона, Нессу кровавый ворон, а маг увлекается запретной магией и противостоит нам в образе призывателя. Это только на первый взгляд кажется, что в серии Diablo не было и нет сюжета. Отнюдь, ребята, просто он подается так незаметно, что приходится сопоставлять многочисленные намеки, записки, изречения, чтобы получить целостную картину. Ну и желательно, конечно, прочитать выпущенные Blizzard книги. Diablo 2 сумел повторить феномен первой части. Он стал гораздо больше и увлекательнее. Собственно, тысячи людей до сих пор играют в него и просят Blizzard лишь об одном — сделать ремейк. Diablo 3 при всех его достоинствах и попытках Blizzard исправить ошибки, допущенные на старте, так и остается противоречивым продуктом, популярность которого создатели искусственно поддерживают, выпуская большие бесплатные обновления и дразня сезонами с отдельными испытаниями и наградами. В этом году поклонники Diablo 3 вместо ожидаемого большого дополнения или Diablo 4 получат лишь одного нового героя-некроманта в составе небольшого платного дополнения. С одной стороны, хоть что-то, с другой локации Diablo 3 успели уже порядком надоесть. Хочется свежих декораций, новых испытаний, наборов брони, оружия, наконец. Хочется увидеть дополнение, сравнимое по масштабу с Lord of Destruction для Diablo 2, которое, кстати, вышло спустя всего год после релиза оригинала. А Diablo 3 уж скоро будет 5 лет. И где? Но это вопрос в пустоту. Не будем о грустном. Итак, сегодня Diablo 3 получил обновление 2.4.3. Оно уже давно было доступно на тестовых серверах, так что его содержимое секретом не является. В руинах Тристрама в связи с празднованием 20-летия Диабло появился портал в, скажем так, первый Диабло. Формально это небольшой мод, который возвращает нас во времена пиксельной графики, бедной цветовой палитры, однообразной дерганой анимации. Создатели восстановили оригинальные музыку и звуки, перерисовали они и боссов, правда, забыли переделать им анимацию смерти, из-за чего король скелет с мечом, рассыпаясь, оставляет после себя почему-то огромную булаву. Как и в оригинальном Diablo, в его ремейке представлено 16 уровней, вот только это совсем небольшие уровни, и на убийство первого Diablo, у вас уйдет от силы 1 час. В мероприятии-то участвуют герои из Diablo 3 со всеми их замечательными навыками, и они проходят по катакомбам как пылесосы, зачищая их от нечисти и выгребая содержимое сундуков. К сожалению, лабиринты ремейка выполнены из все тех же знакомых кусочков уровней Diablo 3. Так что здесь даже близко нет того ада, который мы видели в первой части, то есть лава не булькает под ногами. Обители боссов были перерисованы, чтобы окунуть нас в ту жуткую атмосферу, когда художники не боялись заваливать уровни частями тел и сатанинской символикой, но этого, к сожалению, мало. Радует, что создатели этой модификации трепетно подошли к первоисточнику, вернули всех боссов, некоторые знаковые локации, найденные предметы. Предметы не представляют большой ценности, но радуют простенькими рисунками в инвентаре, как раз в стиле оригинала. Нашлось здесь место весьма хитро спрятанному секрету, и если распутать его до конца, придется много побегать, можно получить награду уникального питомца – коробку. Но, пожалуй, главной наградой после прохождения всего лабиринта является осколок кровавого камня души. Его можно встроить в шлем, после чего откроется трансмагрификация – сияющий камень во лбу героя. И именно так выглядел главный герой в финале Diablo 1. Так что дерзайте.
Событие падения Тристрама радует многочисленными отсылками к первоисточнику, пасхальными яйцами для тех, кто помнит, полезными и не очень секретами. Немного печально, что Blizzard использовала для воссоздания уровня объекта из третьей части, но дареному коню, как говорится. В любом случае, это отличный подарок для поклонников и вполне себе хороший повод снова вернуться в игру. Хотя бы ненадолго, на пару часов, правда, потом пробивает на ностальгию. Очень хочется поставить Diablo 2 и продолжить приключения.